там с молниеносной быстротой распространилась новая песня. Слова и мотив ее передавались из уст в уста и опережали весть о ее авторах. Песня приходила к солдатам безымянной и окруженной легендами. В том, что говорили о песне, одно казалось совершенно верным. Она родилась в белоснежных полях под Москвой во время оборонительных сражений за столицу. Советский поэт Алексей Сурков, находясь на Западном фронте, выходил из окружения и попал на минное поле. Туда, где до смерти 4 шага. После этого он написал жене письмо в стихотворной форме. Текст стал известен бойцам. Многие солдаты переписывали его, и солдатские жены, невесты, получали это стихотворение. А композитор Константин Листов написал музыку. «Землянки» исполняет Андрей Курзин. Бьется в тесной печурке огонь, на полене смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы услышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Бьется в тесной печурке огонь, на полене смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. И поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза.